модельные вечерние платья для выпускного в салоне стильной женской одежды «Эммануэль». Хотите сохранить молодость и красоту? Косметологи Академии здоровья предложат как инъекционные методики, так и альтернативные услуги. Реформирующий массаж для омоложения, профессиональные маски, эффективные чистки для лица. Академия здоровья подготовит к восхищенным взглядам. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАБТВ. Спонсор выпуска – Центр пластической хирургии и косметологии «Академия». В четверг, 20 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит 0, минус 2 градуса, днем плюс 12, плюс 14. О погоде это все. Я желаю вам хорошего дня и до встречи в эфире!